Вова, скажи свое мнение вот насчет этой люстры. Мне так, как тебе нравится, куда ее? А какие есть? Я уже чуть-чуть. Какие предположения? Какие люстры еще есть? Есть А, какие люстры еще? женщина? Так, есть, смотри, Вова, люстра, которую я купил за пятерку в Италии. Можешь достать. Просто тяжелая, нельзя, блин, сейчас. Уже и так сегодня. Представь, за пятерку, 5 евро. Она очищена, поменена проводка, все, это родные все эти. Нет, это я планирую в коридор. Она, видишь, такая компактненькая. Она маленькая. Вот я думаю, в коридор будет то, что надо. Она такая скромная. Если упадет на голову, то не сильно больно. Как бивер, кстати, поправляется? Ну, да, у него лапы перебинтованы. И поверхность... Так я держу. Угу. Ну, там цепочка будет, трошки будет ниже. Я думаю, что там можно пару звеньев выкинуть будет, то есть любой вариант. А можешь подальше посмотреть? Ага. Ну, если дверь будет открываться вот это у нас все-таки, ты говорил Ярославу, да? Да, то это вообще замечательно. А если, допустим, это будет открываться, она будет ее касаться? Ну, сейчас прикинем. Она ставится, да, можешь поставить. Не-не-не, можешь вот так, вертикально, да. Она ставится. Такая прикольная штучка, она внизу, как будто бы, знаешь, можно было свечи поставить и переносной канделябр такой вот, на пол прям. Вот мне интересно, будет ли оно, понимаешь? Ну, рама. Вот полотно. Нет, я думаю, сейчас. Я думаю, что не будут доставать. О, боже, вот. Монтана. Нет, проходит. Вот я даже больше взял. Все, прекрасно. Сейчас это по пальцу, это запас. Так, это туда. Это по размеру. Смотри, да, ставь на пол. Неважно, куда, ничего с ним. Что делать с той люстрой? Она без цепочки. Ее закатываем, наверное, сюда. Ярослав, приди, штаны уехали. Так, а теперь вот это в кухне. Это я планирую на кухню. На 6. Да, это на кухню. Она тут мальчик, бра мальчики. Это вариантов нету, она уже на кухне. И она такая тоже, надо будет смотреть. Там можно снять некоторые звенья. Вот она с цепочкой. А что же, давай, подниму. Боже, шикарно. Это шикарно. Она будет чуть пониже. Где-то еще ниже. Где-то так. Нормально будет, да, так? Да, я думаю, да. Потому что там еще, видишь, там придется убирать эти цепочки. Она же длинная. Ну, а... вот тут высоты достаточно. Ну да, вот так оно будет, все. Этого достаточно. Снимай, убирай. Держи. Да. А вот с этой люстрой у меня варианты. Варианты. Или гостиная, в чем я очень сомневаюсь. Все-таки я когда ее увидел, мне показалась ванная. Она не имеет... Да, она не имеет цепи. Она, видишь, уже такая достаточно невысокая. Ну, тебе она нравится вообще сама? Она снизу как красиво будет смотреться. Она что так... Ну, да. Да, мне нравится. И вот, кстати, шишки вот эти вот классические. Обалденно. Ну, вот такой, вот этот верхний профиль, какой-то такой шишкой закончу. Верхний профиль. Сейчас, секунду. Ну, воздушная. Вот, мне кажется, она сюда и свистит. Вов. И что? Вот, она такой? Сюда свистит 100%. Она вертикальная, ванна, понимаешь, она вытянута у нас. Понял? Полотенце сушить еще одно. Да. А что ты постучал? Это я в смысле, что... А, показал, да? Женщины? Да, женщины с этим, с полотенцесушителем. Ты понимаешь, что она вытянутая ванна в длину и вот вытянута в другую сторону люстра. Она дает, знаешь, широкая люстра тут испортит, она станет еще уже от широкой люстры. Эта ванна станет еще уже. А от такой вертикальной визуально люстры она делается более широкая. Понимаешь, она как такая... А мне по цвету. Как раколовка. Раколовка. Подходит. Классная, не знаю. Ой, вообще. Тяжелая, это 12 килограмм. Мама каже, як гекне на голову. Ну, будут, они ее будут полностью просверливать.
А сейчас я плафоны покажу от нее. Плафоны, конечно, диодные лампочки, милипусенькие лампочки. Как, ну, без плафонов не свести, правильно, Вов? Это ж, если бы это было вверх, можно было поставить свечи. Свечи вниз, ну, это вообще карикатура. А есть такие небольшие лампочки, ну, совсем они такие. Ну, тут, допустим, количество много, для ванны сильно много света не нужно. Небольшие. Мне всегда света нужно много. Такие, как капельки. Ну, ты понял, вот эти болтиками оно прижимает. Они достаточно изящные. Видно, что они не родные. Конечно, вот это поменено, вот эти. Но чтоб не сохранил бы, знаешь, 9 штук с 905 года, люстра сама. Это бы не сохранилось просто. Ну, такие вот. Они достаточно миниатюрные, понимаешь? И для, потому что сидят там женщины, мне кажется, оно подходит. Понимаешь? Симпатично. Вот сюда. Да, вот их вот так вот. Если я найду какие-то другие со временем красивые, я, может быть, поменяю. Плафон это самое меньшее. Ну, мне нравится, что вот тут есть вот эта штучка, что, которая она как бы вставляется, и оно за счет этого уже не вылазит, понимаешь? А большое их количество покрыть интересными небольшими лампочками. И будет такой гореть все. Компактненько, да? То есть вставить туда небольшие лампочки. Если тут все забить, ну там хотя бы даже 30-ваттные или сколько там те небольшие, оно будет ярко сильно. Вот то есть нужно такое какие-нибудь диодные такие, может быть. Ну, надо смотреть, я люблю, чтобы было ярко, чтобы было светло, вот ярко. Штука, может быть, основным источником, а этот цвет уже такой как вспомогательный. Ну, симпатичный. Вот она по цвету, то, что черного цвета женщина. Ну, вот я тоже. Я сперва ее планировал. Потом, когда мы посмотрели, я думаю, это не, наверное, гостиная. Она такая, она вот вытянута. И очень красиво смотрится, когда вытянута. Ну, получается, мне остается люстра в гостиную и люстра вот сюда. Насчет вот этого я вообще еще не знаю, что тут будет. Может, тут что-то будет три чего-то. Для современных. Или... А вот та, которая в ванной еще, вот это над стеклом. А ты видел вот эти штучки мои? Уток? Да. Да, вот так смотрел. Классные, да? Они еще и с набором. Ну да, то есть это... Это кухня. А, получается вопрос сюда. Вот сюда и в спальню, да, еще. Раз, два, три люстры есть, да? Да, три есть. Ну и все. Это телевизор, Вов, смотри. Телевизор-картина, который выключается. Ой, кстати, я занес рамку. Ой, я не взял из дома рамку, забыл. Вот, блин, хотел. Там, короче, телевизор будет висеть на стене. Когда он висит вплотную к стене, прижимается вот вплотную, так вешается. Там специальный есть херня под него, где он включается. Эта херня будет стоять, наверное, вот на витрине сверху. И он висит плотно, как картина. На нее даже есть рамка такая нейтральная, типа вот под дерево, вот такой орех. И он когда он выключается, он изображает картину, любую, какую ты там выбираешь. Классику, старинную, ну, известных художников. То есть картина, висит тебе тупо картина. Ты не отличишь, что это телевизор. Потом ты раз включил, оно заработало. Да. 43 дюйма, по-моему. Ну вот сюда планируется. Скорее всего, это мне Виталик сделает, принесутся эти розетки или что тут. Вот сюда я его по центру буду вешать. Ну, в принципе, с розетками... Ну, может, останутся. Ну, я думаю, вряд ли. Мне хочется его все-таки чуть-чуть максимально, чтобы вот это не закрывало низ, понимаешь? Чтоб максимально. Ну, хрен так, будет такая картина висеть, понимаешь? Ну, не бывает так, чтобы все нравилось. Но витрину я никуда. На Ярославу назад везем его. Чибас его везем назад. На штанах чибас. Конечно, талантливый парень, ничего тут не скажешь. Классная стена. Что интересно, все это ручная работа, даже таких стены именно вот в таком ее больше нет. Она как понятно, бы все тык-тык-тык руками. Тык-тык. Не повторяется дважды. Вот, софа. Хочешь, поставим? Туда? Да, она туда снимается. Вот эти части снимаются, будет легче ее просто передвинуть. Это мы уберем. Я уже ее втягал. Да?
Вот эти части можно просто снять. А даже не мешает. Вот это поднять можно. Вот эту штучку. Вот, в сторону сюда. Эту тоже. Просто так нельзя. Эту тоже снять. Вот. Так. А эту сейчас мы... Плохо, что колесики не ездят, понимаешь? Я вот так вот ставил. В принципе, пока... Вот так вот оставь, сейчас мы ее будем подвигать. Да, ставь ровненько. Так. И вот сюда ее... Вот теперь надо ставить... Так, сперва ровно, да. Попасть надо там в дырочку. Найти пыльтик, давай. Подожди, между ног. Кадр такой. Так, чуть-чуть сюда. Сюда. Ко мне. Сейчас. Стоп. Вот. Стало. Вот. Теперь сразу ее разворачивать, насколько возможным. И сразу ее к стене. То, что будут шторы, Вова, меня это не смущает. Шторы я тебе сейчас покажу, как они будут идти. Вот, допустим, вот так. Вот она за счет этого тут немножко будет подворачиваться. Понимаешь, за счет угла. Вот. Вот, отлично. В принципе, наверное, будет вот так стоять. Вот. И вторую. Наверное, максимальнее надо вот эту дырку сейчас. Все стало, да? Вот смотри. Проход тебе на балкон. Ты можешь выйти все. Ну сколько мне надо балкон? Сколько нормальному человеку, который не пользуется стиркой, ничем, выйти? Вот тебе балкон, вот тебе шторы. Пожалуйста. Будут отсюда идти вот сюда прикрываться. Надо, мы их защелкнем вообще. Надо, меня не смущает то, что штора будет немножко как бы вот приглушенно туда, из-за того, что, допустим, где-то здесь. Вот ее можно до сюда закрыть. До сюда, в принципе, ее можно как-то повиснуть. То есть я не парюсь насчет шторы. Шторы это такое, раскрыл, и можешь вообще не будешь закрывать, понимаешь? Но то, что она будет стоять вот так, потом она будет стоять вот так за счет глубины вот этой спинки. Она больше нигде так компактно не станет. В любом другом месте ее придется тогда вот так вот только ставить. Ну, как я еще это вижу, в плане со столом, если вот она стоит в полуоборот, ну тогда вот по центру софы позиционируется стол. Вот тут он, да. Его больше максимально вот сюда, максимально. 4 стульчика, 2 туда, все, стол, 4 стулья. Дверь вот эта открывается, вот, и ты проходишь. То есть даже если стол немножко выпрет сюда, как бы, да, ты проходишь свободно. Вот это, я думаю, максимально правильно. Просто, что она сейчас так смотрится там по-сиротски, потому что нет штор. Ну, как тебе такой вариант, Вов? В любом случае, стол будет, поэтому со столом будет есть. Ну, в целом, я не могу сказать, что это идеальный вариант. Ну, не исключаю того, что когда станет стол, если стол овальный, то оно будет, может, даже прикольно пишется по форме вот этого изгиба. Со столом надо попробовать, ну в целом. Ну в любом случае, если вот, вот представь такая ситуация, что она должна тут стоять, в этой комнате. Вот, вот ее место. Это самое ее место. Если она стоит вместе со столом, то это она стоит здесь. Сюда ее не поставишь, и она выпрется аж вот сюда, потому что за счет вот этих спинок. А за счет того, что та развернута, а это углубление есть, которое нефункциональное. Ты же не упрешь вот эту спинку в эту штуку, чтобы тут проходить можно было. Вот так лучше всего. У тебя выход из кухни, вот дверь открылась, у тебя выход из кухни свободный. Все-таки, мне кажется, ты хочешь отодвинуть? Ну, даже оно так, независимо от шторы, будет лучше. Может даже и так. А почему нет? Прям там 5 сантиметров уже. А сюда стол, ну что, не станет? 1.10 на 90. Визуальным ощущением станет. Ну, вот. Да я думал, все будет классно. Она же не зря тут появилась. Знаешь, такие есть вещи, которые... Ну, по-моему, классно. На глаз, да, становится все. Круто, не знаю, мне нравится. Захотел ты лечь, вот ты себе повернул там. Это у тебя там чуть-чуть подвернуто. Но это надо туда. Вот. И себе ложись.
лежи, телевизор смотри. Бухнулся так. И все. И телевизор сверху. Кстати, по спинке очень даже. Очень круто. Уровень как телевизор высоко. А ты когда лежишь тогда наклоненным, у тебя вообще классно. То есть ты не сидишь, а так полулежа. Я смотрю по глазам куда. Второй тоже можно так развернуть. Также наискос, то есть она же так крутится за счет вот этого, мы же выигрываем. И вот второй тоже так себе сел. Да, и вот так спокойно себе тоже. Балдей, смотри туда, мне кажется, классно, да? Ну сейчас мне начинает нравиться. Ну, Вова, я же тебе кажу, полюбишься. Вот смотри, как шикарно. Не знаю, это вообще такое будет место тут для фотосессии. А я, кстати, еще по поводу прикроватной тумбы, ну, не задание, понял, но стоит на чем-то надо подумать, почему здесь две розетки. Это одна и та же розетка, ну, скажем так, это одно и то же. Если прикроватная тумба будет на ножках, вот эта розетка будет для торшера. Ну, чтобы не сюда его не включать, он закинется вниз. А эта розетка на случай, если прикроватная тумба будет в пол. Угу. И тогда сюда доступа не будет, сейчас угу, будет здесь рядом. Угу. Ну, лучше, конечно, наверное, будет, если на ножках. Будет воздушнее, а это заглушится. В общем, вот этот момент, почему две, зачем... А чем она заглушится? Мы Ярика будем дернем, да. Заглушать дырки. Дернем, Ярослава. Прикольно. Поэтому, в общем-то, тумбы тоже можешь... Ой, вот это, конечно, шикарная стена, я вообще... Обалденно. Так идешь, она блестит, вот это вот. Все, она не вся блестит, а блестит вот только то, что сам узор не блестит, а вот это вот только то, что сверху. Просто мрамор. Вообще класс. Привет, пришла Света с Артемом. Хочешь Антоном на это самое перекрыть. Спасибо, пришли с пакетом воды. Спасибо большое. Как раз у меня закончилось. Та и та, я уже такой стою, а я вот эту воду не очень люблю, которую мама это самое берет в разлив. Да, вот это я больше люблю. Пью много, у меня пережато уже с утра. И что? Ну, в туалет хожу, как обычно. Да. Но, могу показать. Снимать должны, по идее, завтра. Да? Сегодня же поехал, делал это самый панорамный снимок зубов. Ага. Потому что заехал же туда, где мне делали операцию, посмотрел один профессор, второй, типа. Ну, типа, что нормально. Я говорю, ну, были вот два раза вот такой у меня прыщик, опять собирался, на небе прорывал. На том же месте? Ну, чуть-чуть ниже. Ага. Ну, сейчас вот его нету. Я думаю, может, там какая-то киста уже возле зуба. Думаю, если... Я говорю, а если вот, хорошо, все заживет и будет опять прыщик, что тогда делать? Я говорю, ну вот когда будет, тогда будем думать. Типа, пока его нету. Ты пришел, ничего нету. Это нормально. Но я поехал, уже сделал панорамный снимок зубов. Угу. Там на правде. А там есть компьютерный томограф. Они говорят, мы без назначения врача компьютерный не делаем, делаем только снимок зубов. Сделали снимок. И она говорит, что-то у вас есть. Я как бы не врач, но что-то такое возле верхних зубов, именно? Затемнение какое-то там непонятно что. Под передними? Да, вот за передними на верхней челюсти. Я же с этим снимком поехал в 16-ю больницу, там хирурга мне, хорошего стоматолога. Он посмотрел, говорит, ну это вообще это снимок делают, как зуб запломбирован, где что, говорит, он не информативный для того, чтобы понять, киста там, не киста. Но, говорит, я говорю, ну вот судя по снимку, он говорит, это тень может быть от гайморовых пазух, все что угодно, говорит. Ну, я говорю, ну есть показания делать КТ, типа, он говорит, нету. Вот судя по этому снимку, нет, я говорю, и не буду, думаю. Потому что, знаешь, снимаешь КТ, еще что-то найдут, пока нет. Мне пусть вот это позаживает, понимаешь, мне то одно, то другое. А та такая сидит, что-то есть, я говорю, как что-то есть. Она говорит, ну пусть стоматолог посмотрит, да, определит размеры. Чего размеры? Я говорю, там хоть не рак, она так ухмыльнулась, типа, что дурак совсем, знаешь. Ну, как бы, ну я с вот этим уже накрученным поехал. Вот это завтра должны. Завтра? Да, должны завтра. Ну, уже все, что ничего. Да, сегодня не болит. Перевязали, там какую-то мазью мне на это самое. Угу. Под низ тебе положили. Ну, так нормально. Вот это на весу, но если что, оно держит, понимаешь? Оно не дает, чтобы отсюда не дернулось с этого места. Ну, да. Смотри, какая у меня есть Кузнецова. Это известный был в России Кузнецов, который занимался изготовлением посуды. Это очень известные такие штуки. Для супа? Да. Это Марина завязала.
дурную работу сделал. Вот у него тут эмблема Кузнецова. Есть. Угу, но это старинные тарелки, а это супница. Ну, как, двери, да? Да, как супница, она не годится. Почему? Потому что в ней вот эта крышка с той стороны, вот нет вот этого верха, верх. Она отбита. Да, поэтому я этот верх выкину, оставлю эту супницу, как кашпо буду использовать. Ну, что-то туда поставлю, там, допустим, розмарин, травы какие-то, 4-5 штук, угу. Так впихну. Ну, сладости нет. Сладости? Да нет. У меня есть для сладости. А-а-а. Старинная такая штука. Вот. Вот. Это ж, смотри, есть кондиционер. Это ж мама, понимаешь? А это соусница тоже такая. Я тоже в нее что-то обязательно... Типа на кухню поставлю, буду использовать... Вот, может быть, насыплю грунта и вот посажу лук. Или, допустим, что-то такое, что прости стебля, можно было срезать. Или, допустим, там посею укроп с петрушкой, или как там, что там можно, кинзу посею. Траву по кинзу, блин, выращу. Вот хай стоит, прикольно, да, в сотейнике будет стоять. Это красиво на солнце. Это ж мамины вещи, все. Я включил кондиционер, пустик под этим, под кроватью. Вот он бедный прятался в ванну, его нигде было. А что ж это, да что, мама, на 14 дней, да? Мама на 14, да. Приехали, а у них нема этого, коронавирусной справки. Даже если была, им надо... Им надо делать свою. И вот они 2 дня, сегодня вечером им отдадут уже результат. Вчера они сделали. И теперь они будут не 14 дней, а будут 12. То есть где они были? Марина оттуда из Харькова приехала, их встретила, провела их, сдали тест в лаборатории. Она их поселила. Поселила, да, поселила в отель. Он пусть. Интеллигентный. И она, короче, это самое... Поселила их в отеле прямо рядом с санаторием, там 50 метров. И она завтра приедет опять туда, Миргород, и их переселит уже в санаторий сам. А. То есть он рядом, они рядом живут в гостинице, потому что можно было поселиться в санаторий, в какой-то корпус, типа в обсервацию, в отдельные места, потому что Света и мама, они родственницы, в отдельные комнаты, места, без еды. Да, им пришлось бы ходить, готовить. А так они живут в отеле, прямо рядом с санаторием, там их кормят. Трехразовая пицца. А Марина приехала? Да, да, и вместе. Что, недалеко ехать, Марина? А Марине 2 часа. А, да? 2 часа, но она едет, да, тоже свое время. Отсюда она часов 5. Ну, Миргород, это, по-моему, Полтавская область, да? Часов 5, по-моему, телепались. Мама там проклинала все, и маршрутку, и что она... Марина говорит, она, наверное, приехала, жаль, привыкла на такси, говорит, ездить по между городу. Твоя мама говорит, что она так 3 часа говорила, какое ужасное, как она ехала, и чава на маты, что она ехала. Говорю, мама, ты хоть поскромнее, говорю, себя видит, чья ты маты.